И это снова, уважаемые подписчики, участники, все, кто будет смотреть данный ролик. И это снова я, Наталья, волонтер бездомных животных города Ефремова. Моя группа в Одноклассниках называется «Твори добро». Вот. Только мы можем сотворить это добро. Вот такие у меня в этой комнатке собачки. Это Баламут. Его сестра Гера. Это 5 Гериных щенков. Но это мой любимый Витя. Витя, спасенный мной 3 года назад щенок, которых в одной из деревень вместе с мамой посадили в 11 щенков. И подожгли. Из 11 щенков мы спасли 5. Дальше я покажу его сестру Найду. Цигу. Вот, это Снежок. Снежка у нас привезли добрые люди на машине. Собака неделю не сходила с одного места. Сидела верно и преданно ждала, что за ним кто-то вернется. Собаки в большей степени не все чипованные, стерилизованные. Это малышка, сестра Геры и Баламута. Ну, а это Герины дети. Как так получилось, что у меня в приюте родила сука, расскажу очень удивительную историю. Гера вместе со своей мамой были диковатыми собачками, но они сейчас все равно вот эта вот дикость у них немножко присутствует. Вот. И она вместе с мамой в апреле месяце 2019 года сбежала. Вот. Они очень долгое время жили возле домика, я их кормила. Потом они, ну, просто исчезли. Вот. Вот так у меня расположены комнаты в приюте. Вот. И там еще, где мы были, это надстроечки, где у меня дама с Джеком. Вот. И Гера вместе со своей мамой ушла от меня. В ноябре 9 числа, приехав к приюту, мой помощник-волонтер Полина услыхала писк. А у меня возле домика стоит кресло. Вот. И подходя уже к домику, мы увидели суку, которая рожала щенков. Как оказалось, это Гера. И я всегда улыбалась и говорила, пришла рожать в роддом. Спустя 7 месяцев, да, спустя 7 месяцев она вспомнила, где она может укрыться, спастись и родить здоровых деток. Комната номер 2. Сейчас я открою ее. Комнату я закрываю, потому что, ну, реально всей этой массе находиться здесь. Вот. Здесь у меня уже взрослые собаки. Собаки взрослые, да, сумасшедшие. Так, все двигаются. Так, ребят, ну можно я вас сниму? Вот это у меня стоит Марта. Дальше Джек. Это Цыга. Самые прыгучие у меня Лана, Дана. Вот. Камеру из рук уже выбили. Стрелка. Стрелка, умница, прекрасный компаньон и друг. Хорошо очень гуляет на поводке. Вот так состоит у меня вторая комната. Здесь у меня находится 10 взрослых собак. Ну, комната позволяет. Вот, застилаю сеном, соломой. Все, конечно, покупаем. Вот, и мы просим вас делиться видео, вот, распространять информацию о нас. Пусть как много больше людей узнает о нас, о том, что мир не без добрых людей, что есть собачки, которые ищут теплые дома, уютные места. Попозже я вас познакомлю с третьей комнаткой.